Друзья, всем доброе утро. Есть одно местописание, которое постоянно заставляет меня задумываться. И этим местом писания я хочу с вами сегодня поделиться. Это Филиппийцам 3 глава, 13-14 стих. Я буду читать современный перевод. Итак, Павел пишет: «Братья и сестры, я поставил себе за правило не думать о том, что осталось в прошлом, а стремиться изо всех сил к исполнению поставленной цели, чтобы добиться награды, которую Бог призвал меня получить через Иисуса Христа». Итак, есть награды, которые мы получаем из рук самого Христа. Есть одобрение. Путем к этому одобрению является наше движение вперед. Когда мы перестаем наслаждаться прошлыми победами, когда мы не ограничиваем себя прошлыми поражениями, но мы ставим перед собой цели и достигаем эти цели. Как здесь пишет апостол Павел: «Стремлюсь изо всех сил к поставленной цели». Я хочу задать вопрос каждому из вас. А какая сегодня поставленная цель есть у вас? В семье, в служении, в работе, в личной жизни, в духовной жизни. Какую сегодня цель вы имеете перед собой? Не так давно я общался с человеком, и он сетовал на жизнь. Жизнь не сложилась. Живет не очень богато, и бросил такую фразу: «За всю свою жизнь я даже ни разу не был на море». Я задал ему вопрос: «А ты хотел когда-то поехать на море? Ты ставил перед собой такую цель – побывать на море?» Ответил: «Ну, нет, поэтому-то там и не был». Вот был мой простой ответ. Сегодня, если ты поставишь перед собой цель куда-то поехать, что-то посмотреть, как-то провести время, начни откладывать на это средства. Найди для этого время и просто сделай это. Пройдет год, может быть два, соберутся средства, и ты исполнишь свою мечту. Это довольно просто. Но зачастую наша жизнь, она, знаете, как кубарем катится, и зачастую мы не имеем каких-то достижений просто потому, что не поставили такой цели. Я не поставил цели уделять внимание своей семье, поэтому все в ней трещит по швам. Я не поставил цели перед собой регулярно отдыхать, поэтому мой организм, мой разум, они изношены. Я не поставил цели и не достиг, и нет результата, и нет сегодня награды, нет удовлетворения. Друзья, я хочу задать вопрос каждому, кто слушает меня. Какая сегодня цель стоит перед вами? И есть ли эта цель? Если я спрошу вас, ответите ли вы мне что-то вразумительное? Или начнете мычать, говорить: «Ну да, ну как бы да и нет». Должна быть поставленная цель, чтобы можно было ее достигнуть, чтобы можно было стремиться к ней изо всех сил. Итак, я хочу вас попросить кое о чем. Начинается неделя, а начинается день. Подумайте о цели в своей жизни. Поставьте перед собой конкретную цель, чтобы ее можно было достигнуть. Подумайте, как вы ее достигнете. И начинайте изо всех сил двигаться к поставленной цели. Так и становятся люди успешными. Так и становятся люди победителями. Пусть мы с вами будем успешными и победителями, достигая одну цель за другой. Итак, а какая же цель стоит перед вами? Хорошего дня, Божьих вам благословений.